Красоты колымской природы в объективе профессионалов. Московские фотографы Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина провели творческую встречу, на которой продемонстрировали пейзажные съемки природы Магадана и Магаданской области, собранные за последние 3 года с полуострова Кони, с острова Завьялова и с Ямских островов. Кроме того, фотографы уже 2 года сотрудничают с Магаданским заповедником. Сама фотография, она в жизнь пришла из желания созерцать природу, а потом желание созерцать переросло в желание фотографировать, чтобы показать это другим людям. Кирилл Уютнов и Екатерина Васягина – муж и жена. Обручились они на Колыме, в Ямском архипелаге. Каждую съемку делают совместно. По словам супруги, такой семейный подход позволяет добиваться лучших результатов при фотографировании. У нас разногласия только в плане того, что у Кирилла Кэнон, а у меня Никон. Ну и такие некие бывают споры. Вот, а так у нас очень хорошо, что у нас семейный подряд, как так можно сказать, потому что Кирилл видит одни иногда сюжеты, я другие. И когда мы собираем вместе, получается очень хороший как бы объем и макро, и пейзажи, и животные, и много чего. На творческой встрече фотографы подвели итоги конкурса «Открою для себя Колыму». Надежда Янкова, Елена Наймиллер, Артем Бондри победили в номинациях «Лица Колымы», «Улицы Колымы» и «Красоты Колымы». Лучшие работы отобрали непосредственно московские профессионалы, которых впечатлили снимки любви собаки и человека, осеннего очарования колымских сопок и мир детства на морском побережье.